Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия». И мы сегодня в гостях у общественного движения «Народный фронт». «Народный фронт» — это общественное движение, вы правильно сказали. Активные люди, у нас много-много хороших активных людей, это общественники. Мы не являемся партией, как некоторые думают, но мы, как общественники, ни партия, ни госорган, но мы научились помогать людям. Я руководитель исполкома Народного фронта. Это, кажется, ответственные, которые организовывают разные мероприятия, помогают общественникам. У нас есть сопредседатели, у нас их три сопредседателя, которые руководят штабом Народного фронта. Это как раз те активисты, те гражданские люди, которые добровольно помогают людям и помогают решить проблемы как городского масштаба, так и республиканского масштаба. Сейчас у нас в штабе состоит 30 человек. 30 человек – это те, которые уже многолетней работой своей доказали, что они умеют решать проблемы, как общественники. А вы знаете, что онкологический центр у нашего активистка Алена Атласова 60 тысяч подписей собрала и место сдвинулось тогда? Это вот строительство, деньги выделили от федеральной власти. У нас есть Антон Жадоров, активно поднимает острые вопросы. Там у нас есть много-много, я не буду перечислять. Вот из этих 30 человек, это команда, которая, еще раз, подбиралась таким образом, чтобы... Но мы знаем, что они, если возьмутся за этот вопрос, они его решат. И они где-то работают. Вот, на своих должностях. Многие из них уже стали депутатами, многие стали руководящие какие-то должности большие заняли. Но, несмотря на это, они все равно приходят в штаб или когда мы их подключаем в решение тех или других задач, поставленных перед Народным фронтом. А Народным фронтом перед этим движением стоят немаленькие задачи, потому что это одно из общественных организаций, который лично возглавляет Владимир Владимирович Путин. Лидером Народного фронта является, еще раз повторяю, Владимир Владимирович Путин. Это важная для государства структура. Важная. Она общественная, но важная для государства. Именно в силу того, что она общественная, не забюрокраченная, а работающая прямо напрямую от народа и с народом. Чувствующая гораздо лучше подчас, чем люди, облеченные государственными полномочиями, то, что нужно конкретному человеку в конкретном месте, и им имеющие возможность влиять на принимаемые решения, следить и контролировать их реализацию. Общероссийский народный фронт создал очень хорошую экспертную базу, что помогает в работе конкретных по конкретным направлениям. Перед нами стоят масштабные, просто грандиозные задачи, на реализацию которых направлены беспрецедентно большие деньги. И для государства, для общества, для страны, ну и для меня, естественно, как одного из инициаторов этих программных продуктов, очень важно, чтобы все это прошло должным образом, и чтобы мы не просто не профукали эти деньги, а добились бы значимых результатов, которых мы ожидаем от этих масштабных государственных вложений. Нужно, чтобы на каждом из направлений, которые мы ставим в качестве приоритета, были достигнуты прорывные решения. Это невозможно сделать без участия общественности. Невозможно сделать без участия общественных организаций, в том числе и прежде всего такой, как Общероссийский народный фронт. Например, Народный фронт для СВО собрал по России более чем на 7 миллиардов средств граждан для помощи нашим бойцам на СВО. 7 миллиардов. Это больше, чем другие все партии вместе взятые и так далее. Но мы же не партия, мы общественники. Ну, за счет того, что туда ходят знаменитые люди, актеры, певцы и так далее, своим именем они, конечно, под доверие граждан оказали. Самое главное, что они каждый является экспертом. Экспертом той или другой области. Эксперты обязательно должны быть во всем, потому что любой вопрос требует знаний. Активный человек и эксперт. Вот и активная гражданская позиция. Вот главное должно, первое, чтобы быть желание работать, помогать, опыт. И второе, ты должен являться экспертом в том или другой области. Мы на основании закона в общественном контроле можем проводить, как и любая другая организация, общественный контроль. Нужно это только хотеть делать.
основной принцип работы Общественного народного фронта – это общественный контроль. Общественный контроль и поддержка инициатив граждан. Бывает иногда вот бьется активист там, чтобы свалку брали незаконно, бьется активист во дворе своем, у него детскую площадку забирает строительная компания там и так далее. Ну, то есть мы должны помочь ему. Он приходит, мы говорим, да, у нас по экологии есть группа, сейчас они подключатся, мы имеем опыт, как сработать с прокуратурой и так далее, и помогаем. Я говорю, не всегда есть вопросы, которые приходят, с которыми нам обращаются, мы можем помочь. Естественно, это же общественная организация, решить там, отменить решение суда там, или следствие неправильно проведено там, и так далее. Они заявления каждый день приходят, элементарные вещи, где-то остановку, взяли остановку, забыли сделать. Да? А люди, дети 1,5 километра зимой ходили. Мы что? Мы увидели, что активисты есть, жители, которые бьются за это дело. Только надо прийти и помочь. И мы вместе, я с ними лично ходил в суд, добивался. Прокуратура подключилась на нашей стороне, помогла. Большое спасибо городской прокуратуре. Мы выиграли суды и обязали администрацию города сделать эту остановку. Остановка стоит. Маленькая победа, но из этих маленьких побед состоит наша жизнь. Там где-то, то есть мы должны дать людям, самое главное, активным гражданам, те, которые добиваются справедливости, что есть организация, люди, где можно добиться справедливости. Но то есть ваша задача не заменять. Не подменять органы власти, а заставить нерадивого чиновника, который обязан был это сделать, заставить его с помощью законных механизмов, требований, чтобы он это исполнял. Да, программа общественной безопасной дороги. Да, это проект на наш народный фронт. Мы уже давно ее ведем и многие вещи добиваемся там и так далее. То ускорить ремонт, еще что-то. Программа переселения из ветхого аварийного жилья. Благоустройство дворовых территорий. Ну, беда просто у людей. Какая-то многодетная семья там замерзает, нет отопления, ничего там. И с этим к вам приходит. Конечно, но я в зал и сам, извините, когда уже вместо болтовни просто хватаешь эту мотопомпу, едешь спасать людей, качать воду весной, потому что многие просто тонут, а не в состоянии. Но тут в чем нас отличает от другой организации общества? Ну, знаете, самое важное. Объясняю. Да. Самое главное, на что же отличает, то, что мы не просто показываем, вот видите, свалка, грязь тут, когда эта власть уберет. Но мы сразу предлагаем решение и не забываем на следующий день про это, а добиваемся, чтобы это было исправлено. Понимаете? И потом уже или ставим галочку «решено», или продолжаем все равно эту тему вести. И такие проблемы бывают, которые решаются вот за 2-3 дня. А бывает, что годами не решается. Мы не просто критикуем власть, а мы с ней взаимодействуем. Потому что, как бы вы ни говорили, если вы хотите результат добиться и помочь решить этот вопрос, все равно должен взаимодействовать с органами власти. Именно они только могут это решить. Вы сами покричите и не решите. Мы же работаем каждый день ежедневно, чтобы именно взаимодействие с властью. И власть, как правило, если с ней нормально научиться разговаривать, она отзывается. И вот это, я считаю, самое главное наше отличие, что взаимодействие именно не потакать власти. А вот мы сейчас это промолчим. Нет, мы не промолчим, но мы предлагаем решение. И это решение, оно позволяет власти быстро отреагировать, потому что многие вопросы, даже денег больших вкладывать не надо. Вот сегодня задача Народного фронта, да, и в чем состоит, и действительно, куда могут обращаться жители не только города, но и республики, я так понимаю. Нам нужно охватить населенные пункты. Ну, мы опираться мы опять же можем только найти там своих активистов, которые станут нашими, как говорится, соратниками, и эти люди должны быть принципиальны, умеющие добиваться справедливости. Есть запрос в обществе на справедливость, и должно быть окно, инструмент, где человек может что-то попробовать и добиться справедливости, решения его проблем. Тот, кто берет, извините, вот весло или кисточку там и что-то делает, я говорю, приходите, вам тяжело одному будет, мы вам поможем. У нас такие же люди, и вы вместе будете этот вопрос добиваться решать. Что защитить вашу детскую площадку, что защитить этот лес, что защитить это озеро. Неважно, добиться переселения этому ветерану, неважно, добиться помочь семье СВО, кучеру, добиться эту яму, чтобы зарыли, которая там 100 лет на этой дороге, добиться, чтобы деньги не тратились не зазря, чтобы асфальт не ложили в дождь. Качественно все делали, и самое главное, чтобы рационально и по
целевому использовали народные наши деньги. Вот это наш народный контроль. А каждый может это прийти и это делать. Каждый гражданин, он и так по закону имеет право это делать, контроль обеспечивать. А когда мы просто вместе объединяемся, у нас просто лучше получается и все. И это касается всех районов, всей территории республики. Да, Курашова 24, 502 кабинет, можете приходить и говорить, я хочу решать вот такое, такие-то проблемы. А куда электронно обращаться? Ведь вы говорите, что по всей республике. Все вы можете зайти на сайт Народного фронта, набрать на компьютере Народный фронт. У вас плывет официальный сайт Народного фронта там. Вы зайдете, там есть иконка «Регионы». Найдете республику Саха, и там все контакты есть, куда обращаться, как обращаться. Никаких нам не надо там заявлений и так далее. Вы приходите, заполняете анкету активиста. И вот у нас сейчас активы, там сотни людей. Сейчас есть вот хорошее движение, вот у нас образовалась и ведется работа, молодежь КУНФ. И вот они... именно занимаются, вот как, знаете, вот раньше вся молодежь, комсомольцы какие-то придумывали проекты, их реализовывали. Вот они как сейчас вот как раз этим занимаются. Сегодня они поехать, хотя тоже там бабушке посмотреть, помочь, обращение было. Где они не справляются, где действительно надо выходить и уже взаимодействие, как я сказал, с органами власти, или городскими, или высших пойти, тут уже подключаемся мы, как говорится. Вот это. А в молодежку как попасть? Просто приходишь, также анкету заполняешь. У нас нету там, чтобы никто Народный фронт, там удостоверение, там вот есть значку, есть у нас команда бренд Народного фронта. Они вот молодежка, они патриоты тоже, я считаю, наши ребята. Они три раза съездили уже предфронтовые районы, новые областя нашей России, вот Донецк, Луганск. Побывали уже там и под обстрелами, и они там доставляли гуманитарную помощь. Три у них, как говорится, мы говорим, поездки вот таких боевые получилось. Вот так и воспитывается молодежь. Я еще раз говорю, патриотизм, он должен основываться на поступках. Если ты не делаешь поступки, а только болтаешь, а ничего делаешь ни для себя, ни для своего двора, ни для родных, ни для страны, это не патриотизм, это болтовня. Все-таки праздник, День народного единства, День 7 мая. А чтобы мы едины были, когда мы едины, мне любимый лозунг, когда мы едины, мы непобедимы. Вот так вот. Надо быть нам едины, особенно в трудное время. Враг не дремлет, говорится. Победа будет за нами. Вот видите, как я получилось пафосно, но справедливо. С вами была телепрограмма «Точка взаимодействия» и я, журналист Олег Желнин. До скорых встреч!